Есть на что поставить. «Зенит» первым из российских клубов вышел из отпуска. В середине февраля команде «Симака» предстоит встреча с «Бетисом» в одном 16 финала Лиги Европы. Чемпион России был активен в межсезонье, расстался с «Азмуном», взял двух форвардов Сергеева и бразильца Алберта, а также защитников Адамова и Алипа. Подготовка к «Ле» вышла скомканной. На первом сборе петерцы играли без двух основных вратарей и нескольких футболистов стартового состава. На втором сборе в Португалии петерцы получали игровую практику, знакомились с новичками. И попутно выиграли Атлантич Чуб. «Зенит» победил датский Амитюланд и Брондбю, а также поделил очки с Копенгагеном. Но какой команда «Симака» предстанет в официальном матче – полнейшая загадка. «Битис», конечно, соперник совсем другого уровня. Команда которую тренирует опытнейший Пелегрини, в этом сезоне вышла из тени Севильи и входит в тройку лучших клубов Испании. Бетис был известен тем, что очень много пропускал в последние годы. Теперь же с обороной все стало гораздо лучше, разница мячей в Ла Лиге у него плюс 16, третья в чемпионате. В Кубке Испании севильцы уже одной ногой в финале, они выиграли первый полуфинал у Рая Вальекона. Финал, кстати, пройдет в родном городе. А тут еще и Лига Европы. По всем признакам этот сезон, важнейший для Бетиса за многие годы. И состав у него очень хорош, чтобы взять как минимум один трофей. В Санкт-Петербург испанцы, правда, прибыли без двух важных игроков, Фикира и Каналиса. Не будет и известного вратаря Браво. Так что в этом матче возможно все. Матч, который украсил бы и плей-офф Лиги Чемпионов. Но Барселона впервые за 21 год не вышла в одном слэш восьми финала ЛЧ, и теперь может побороться только за второй по значимости Еврокубок. Трофей есть трофей, тем более в чемпионской гонке каталонцы не участвуют, а из Кубка Испании они уже вылетели. Барса укрепилась в январе, пригласив Абмеянга, Адаму Траори и Феррана плюс наконец-то заявили Дани Алвеса. Прихови команда редко проигрывает, в выходные каталонцы спаслись в самом конце матча с Испаньолом, 2 к 2. Игра при новом тренере еще не отстроена, поэтому стабильных результатов нет. Но в чемпионате Барса уже подтянулась на четвертое место, Куман уволили, когда она была девятой в начале ноября. На поле после шикарного старта сезона пережил кризис в ноябре-декабре и упустил лидерство в серии ИА. Однако сейчас команда Спалетти снова борется за скудета. В 2022 она проиграла только раз в Фиорентине на Кубок. В серии А неаполитанцы пропускают меньше всех голов. Правда, в Лиге Европы в обороне все было не так гладко, как мы помним по матчам со Спартаком. Наполи был хорош в недавней игре с Интером и вполне мог победить, но не хватило чуть везения. Интересно, какую тактику выберет Спалетти на гостевую игру, вполне возможно что итальянская команда будет осторожничать. При таком раскладе много голов мы тут можем не увидеть. Баруся уступила первые два места в группе Ильче Аяксу и Спортингу и теперь попробует взять трофей, которого еще нет в ее коллекции. Дартмунд нестабилен в последнее время, победы сменяются поражениями. Команда вылетела из Кубка Германии, в чемпионате недавно попала под Байер, 2 к 5, но следом выиграла у нее на 3-2 и точие 0. Большой проблемой стало отсутствие Холланда, суперфорварда не будет и в этой игре. Также Баруси не поможет Эмриджан, он дисквалифицирован. Рейнджерс выходит в плей-оффле последние три сезона, однако дальше амперсант Фрач 18, финала они еще не доходили. Здесь им сразу достался топовый соперник. С конца ноября у шотландцев только одно поражение в недавнем дерби с Селтиком. В целом смена тренера по ходу сезона, Джерарда Наванбранкхорста, прошла успешно, а в зимнее трансферное окно Рейнджерс взяли еще и Рэмзи из Ювентуса. В Дартмунде на стадионе будет только 10 тысяч болельщиков, это тоже может сыграть в пользу гостей. Порту здорово пошумел год назад в Ильче, выбив из плей-офф Ювентус с Криштиану. Теперь же команда прилично обновилась, лучшего бомбардира Луиса Диаса португальцы продали Ливерпулю в январе. Несмотря на это, Порту показывает феноменальные результаты в своем чемпионате. Ни одного поражения в 22 турах, 19 побед, 3 ничьи. 11 февраля Порту сыграл драматичный матч, отыгравшись с 0-2 против Спортинга, в итоге 2 к 2. Там были и драки, и удаления. Но время на восстановление у португальцев было. Латца остается загадочной командой. Римляне могут обыгрывать по три двоеточия 0 Фиорентину и Болонью, а могут спокойно устроиться на 0 2 4 с Миланом в Кубке Италии. Впрочем, царь уверен, что это был единичный провал. Атака команды сильно зависит от мобили. У него 23 гола в этом сезоне. Уже известно, что Чира не полетел в Португалию. Без такого бомбардира шансов Улация выиграть немного, но и уступить представитель серии А не должен. Лейпциг хорош. В 2022 команда Тедиска выиграла 5 матчей и уступила только Баварии, причем в борьбе, 2 к 3. Быки держатся в топ-4, а ведь были 11-ми, и рассчитывают попасть в ЛЧ на следующий сезон. Но таблица в Германию очень плотная, можно легко вылететь из-за пределы первой десятки. Экс-тренер Спартака оживил форварда Андрея Силву, на его счету уже 4 гола в последних 6 матчах. Лепцик вообще теперь много забивает, минимум два мяча в каждой игре. Реал Соседа отверен себе и в новом году, команда мало забивает, но еще меньше пропускает. Отсюда две победы и три ничьи в Ла Лиге, во всех матчах было забито не больше двух голов. Только в Кубке Испании баски не смогли остановить разыгравшийся Бетис, 0-2 и 4. Давид Сильва снова играет после травм, пара Сабаль, Исак всегда опасно на контратаках. Это будет интересное противостояние яркого нападения и крепкой защиты, предположим, что баски удивят своей обороной соперника.